Власти должны продолжать или закончить спецоперацию в Украине? Уже пора их бомбануть так, чтобы они уже там все... И наши ребята вернулись домой. Какие-то надо радикальные меры, потому что они так не успокоятся. Бережем там инфраструктуру, там все на съезде. Да уже, ну уже что делать? Ну погибнут люди, они и так гибнут. Ну что делать? Я не диванный эксперт, да, я доверяю нашему президенту и понимаю, что есть какие-то глобальные цели для того, чего это происходит. Такого предательства терпеть нельзя. Это ж наша, у нас Украина русских всех предала. Предала, понимаете? Самым грязным, безобразным образом предала Украина русских. А что с ними делать? Вот так, вот так, вот так. Продолжать. Надо, как наши предки. Осиновый кол в Киеве бить. Все. Продолжать до конца, как взялись. Мы Россия. Мы великая страна. Понимаете? И как мы можем не справиться с какой-то... маленькой страной, это не может быть так, понимаете? Надо все продолжать до победы. Мы только надеемся на победу. На победу, потому что ради вас, ради внуков и правнуков. Только за победу. Ведь мы не согласны, что нацисты будут над нами командовать, правда? И наши родители воевали. Ну, продолжать надо, надо идти до победного. Конечно, хочется, чтобы все вернулись домой живы, здоровы. Надо, чтобы пацаны сами шли, помогали своим ребятам.